А перед началом видео я хочу порекомендовать вам зайти на такой канал, как Зайцев. На нем вы сможете увидеть прохождение игр, обзоры, хайповые новости, стримы и не только. Данный блогер очень сильно старается сделать свой контент классным и более качественным. И именно поэтому он нуждается в нашей с вами поддержке. А еще Зайцев не пропускает ни одного комментария и отвечает абсолютно всем своим подписчикам. Не веришь? Тогда заходи и проверь сам, ссылка в описании. Так, ну что, сейчас наконец-таки мы будем смотреть Брайана, просто стрим идет у нас 1,5 часа, ну чуть больше, и весь чат просит просто постоянно по КД, чтобы я посмотрела Брайана. Поэтому сейчас тут кое-что исправлю, подредактирую и гоу. Гоу-гоу-гоу. Как я соскучилась по Оливии. Эх, если бы тигр еще мишуру не сожрал, вообще здоровски получилось. Но пусть все плохое останется в уходящем году. Да, рыжий ублюдок, это я про тебя. Эй, вы чего? Новый год же! Поднимайте задницы, давайте веселиться! Брайан что такое? Хочет сказать, что его новогоднее настроение стремится к минус бесконечности. Чё? Как я его понимаю? Брайан сама загадками говорит. Да правда, чего веселиться? Это в детстве было круто. Раз в год можно было бы есть вкусняхи всю ночь напролет. А сейчас это происходит каждую ночь. Или просыпаешься, бежишь к ёлке, а там родители подарок положили. Какая жиза! Ну я могу. Блин, прям самое сердечко. Денег, да? А еще этот незнакомый мужчина в костюме с перегаром. Классно было. А сейчас-то что? Последний раз ты такого на Хэллоуин притащила. Так, девочки, все понятно. Подобрали свои сопли, будет вам новогоднее настроение. Ботан, считай до двух. До двух. Раз. Мандарины, шампус, надо доставать. Поднимайтесь скорей, Новый год встречать. Ща достанем гирлянд, елку нарядим. И в костюмах свиней ночью затусим. Включим один дома. 5 частей подряд. И на 20 000 мы закупимся петард. Ого. Закрутим хороводы возле Оливье. И iPhone 10 вы дарить решите мне. Будем мы. Нехило. Есть и пить. А закончится еда, к друзьям пойдем тусить. Пахнет в доме уже елкой и сосной. Освежитель воздуха купила я такой. Вот откуда эти слова? У меня в начале стрима эти слова кто-то писал в чате. И я еще даже это прокомментировала, типа, о, офигенная экономия. И тут это оказывается фраза из нового ролика Брайана. Я даже подумать не могла. Дурак. Я спать. А ну села, я не закончила. Значит так, мы сейчас все возьмем бухло, и наступит скорей 1-е число. Дед Мороза костюм, да. Одевай ботан, Брайан веши на елку этот сраный шар. Ну что, лучше стало? Оливия, ты такая разная. Да это бесполезно, настроение оно либо есть, либо его нет. Ну, не знаю, она так старается. Видит бог, я этого не хотела. Нахер елку тогда, будем без нее. А хлопушку, ботан, ты засунь в нее. Оу. Я гирлянду возьму, огоньки зажгу. И тебя, брань тварь, я в полночь задушу. Жестко. Ну что, появляется у вас новогоднее настроение, сволочи? Хочется мандаринов. О, Леопольд пришел. Ну тогда держите. Ща будет жесть. Ну, ботан, ты урод, Брайан, это кретин, радость чудо идет, жгите серпантин, зажигайте скорее, бенгальские огни. Ну вы, сука, это год, пламенью гори. Ну, Оливия отожгла. Ой, Оливия, знаешь, а вот сейчас прямо как-то даже праздника захотелось. Оливия. О, такая милая улыбка. Вот такие вот дела. Я надеюсь, вы кота не видите. Боже, Леопольд, почему ты сейчас тут сидишь и лижешь свои... Такое милое, приятное видео. Приходит Леопольд и начинается. Он умеет поддерживать такую обстановку. Праздничную, я бы сказала. Я думаю, что если бы...
Леопольд был бы не моим котом, а котом Брайана, то он бы точно помог Брайну записать это видео. Он, точнее, помог бы Оливии поднять ребятам новогоднее настроение. Сидел бы там рядом где-нибудь и лизал, вы сами понимаете, что. Он любитель этого занятия. Вот так вот. Видос топовый. И про эту фразу, блин, ну это прикольно. Такая мини-отсылочка получилась, знаете, типа, вы мне пишете эту фразу, я абсолютно не понимаю, в чем тут дело, и потом, бац, эта фраза встречается в видео Брайана. Классный видос. Очень классный. Заходите также, пожалуйста, на второй канал ко мне, ссылка есть в описании. Буду стараться в этом году делать там больше скетчей, вот, и больше видео.